Здравствуйте! Здравствуйте! Мы хотим анонсировать новое занятие нашего клуба «Душа в иллюминаторе», которое состоится 18 декабря в 19 часов по московскому времени на платформе sabrishin.com. И тема нашего занятия – завершение игр с благодарностью. И, как всегда, это будет глубокое погружение с внутренними отладками. И мы хотим провести такой один очень интересный эксперимент. На прошлом занятии клубном у нас кто был, они знают. Мы работали коллективно с девушкой, она не знала об этом, но от нее был запрос, и результат был просто вот мгновенный, можно сказать. На следующий же день пришла от нее обратная связь, что результат был просто бомбический. Вот, и мы решили сделать такой вот эксперимент, и коллективно на следующем нашем клубном занятии, вот, которое пройдет, поработать так с каждым участником. Вот, кто у нас будет. И все вместе будем работать сами с собой и друг с другом. Чтобы развернуть новые высокочастотные игры в любви, в счастье, необходимо завершить старые с благодарностью. И это как подготовка фундамента, как подготовка новой строительной площадки, расчистка ее. И мы даем домашнее задание каждому из вас подготовить тот вопрос, который он хочет закрыть, ту тему, ту конфликтную ситуацию. Это может быть конфликт отцов и детей. Может быть, это взаимоотношения мужчина-женщина в семье. Может быть, тяжелая болезнь, с которой вы хотите расстаться. А может быть, просто какая-то тяжелая ситуация, которая вас гнетет. И здесь важный момент. Необходимо, чтобы вы осознали, за что вы можете поблагодарить этого человека, эту ситуацию, эту болезнь. Если нет этих очков осознания и просто закрываете эту игру, то результат не будет стабильным. Только осознание и благодарность – это тот фундамент, который позволит построить счастливую дальнейшую жизнь в радости, в гармонии, в любви. И мы поэтому заранее выкладываем этот ролик, чтобы у вас было время подготовиться к этому клубному занятию. И, конечно же, мы будем очень рады видеть вас всех на нашем клубном занятии, которое пройдет, как мы уже сказали, 18 декабря в 19:00 по московскому времени. И зарегистрироваться на наше клубное занятие можно на сайте sabrishin.com. Еще я хотела дополнить, что никто не будет знать, чем вы пришли на клуб, что вы хотите завершить благодарностью. Это будете знать только вы. Но все вместе мы будем работать коллективно. Приходите. Счастье там, где мы. Счастье в нас. До свидания. До свидания.